Привет всем, в руках у меня смартфон, который называется Asus Zenfone Deluxe. Чем он крут? Это самый настоящий флагман, который может легко соревноваться с самыми крутыми смартфонами, которые сейчас есть на рынке. Реально, это мое мнение. Смотрите, здесь Super AMOLED дисплей, это значит, что черный цвет реально черный, вы можете видеть это по кантику вокруг рамок. Ну а сами рамки реально тонкие, смотрите, очень и очень тонкие рамочки, это реально круто, мне это очень нравится. Сам смартфон не намного толще этих рамок, смотрите, очень-очень классно. И слово «очень» я буду повторять в этом видео много, потому что, ну, смартфон такой, очень. Что мне еще нравится в этом смартфоне? Он классно лежит в руке, потому что немножечко изогнутая у него спинка. Он полностью металлический и, как сейчас любят говорить Asus, первый в мире смартфон, который полностью из металла, без видимых антенн. Знаете, как бывает у айфонов там или у других телефонов, здесь эти пластиковые штуки, это антенны, здесь их нет. И это очень круто, во-первых, смотрится, во-вторых, ну, чисто так, для себя, да? Просто полностью металлический смартфон. Офигенно. На этом сюрпризы не заканчиваются. Камера 23 мегапикселя с 4-позиционным оптическим и 3-позиционным цифровым стабилизатором. Тут сравнивали его с iPhone 6, как стабилизация работает. Ну, на видео показано, что очень круто и круче, чем у iPhone. На деле же будем смотреть уже, когда телефон будет у нас на обзоре. Он шустрый, быстро фоткает, и мне камера пока что нравится. Надеюсь, понравится еще больше. Фронталка на 8 мегапикселей. Это, конечно, не так круто ощущается, как 23 мегапикселя, но 8 мегапикселей фронталка – это тоже очень круто. Для селфача самое то, как раз для меня. Что еще мне нравится? Процессор Qualcomm Snapdragon 820 и 6 гигов оперативы. Он должен летать. Я когда это услышал, я сказал, что на нем можно полететь из Тайваня домой в Украину просто без всяких самолетов. Садишься на него и полетел. Реально, это просто очень мощный смартфон, который может по мощности легко конкурировать со всеми, которые сейчас есть самыми мощными смартфонами на рынке. Внутренней памяти до 128 гигабайт. И он неразборный, поэтому карточку вставлять сюда нельзя. Ну, я думаю, вам хватит и того, что здесь и так есть. USB Type-C и разъем для наушников. Это все, что здесь есть. Сканер отпечатка пальца. Это есть. И что еще? Цена за базовую версию, скорее всего, за базовую версию. Та-да-да-дам! $450. $450. Смартфоны конкурентов с такими характеристиками, их, во-первых, нет, а во-вторых, они стоят по 800. 450. Asus уделали всех. Я его попытаюсь украсть сейчас как-нибудь.